Не забываем, что сегодня 7 ноября, столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Как бы кто к этому празднику ни относился, предлагаем сейчас немного поностальгировать, представить себя настоящим офицером русской армии и послушать романс в такой белогвардейской стилистике. Алексей Перепрыгин, солист Красноярского театра оперы и балета. Эскадроны застыли, последняя схватка, вся российская степь скоро будет в дыму. Не хочу уезжать, знаю, станет не сладко, буду здесь погибать за родную страну. Не хочу уезжать, знаю, станет не сладко, буду здесь погибать за родную страну. Вот уж солнце взошло, заблестели погоны, мне осталось еще написать пару строк. Смело кинутся в бой мои эскадроны, много сделать успех за короткий свой срок. Смело кинутся в бой мои эскадроны, много сделать успех за короткий свой срок. Я последний патрон отправляю в патронник, ярко-синее небо сменит красный закат. Пусть сымаются ввысь наши птицы надежды, не увидим мы только, как они прилетят. Пусть сымаются ввысь наши птицы надежды, не увидим мы только, как они прилетят. Мы последний наш бой завершаем достойно, сохранив свою честь, не отдав все долги. Да, мы верим в Россию и уходим с любовью, забирая с собою боль русской земли. Да, мы верим в Россию и уходим с любовью, забирая с собою боль русской земли. После смерти заплачут по солдатам березы, будут помнить героев, леса и поля. И прольются до земли жён русских слез, пред иконой стоящих за отчизну моля. Пусть сегодня страна вся сгорела в огне, верю в то, что когда-то возродится она. И увидите вы бело-синее небо, это значит, что мы погибали не зря. И увидите вы бело-синее небо, это значит, что мы погибали.
Алексей, спасибо большое. Браво, да. Прочувствовали. Алексей Перепрыгин, солист Красноярского театра оперы и балета. Алексей, скажите, вот стиль белогвардейского романса, чем он отличается? Чем он характерен? Чем он характерен? В первую очередь, он характерен своей правдивостью, надрывом, чтобы человек, любой зритель, любой слушатель мог прочувствовать ту эпоху, ту боль, которую чувствовали те люди в то время. Ну, да, белогвардейский романс мы знаем, есть. А есть красногвардейский романс, вот такое направление? Или там уже такого нет? Да мы сейчас тебе, да, я почувствовал, что как будто мы с тобой где-то в Париже и страдаем после революции. Первая волна эмиграции. Да, ты какая-то там дворянка, я тоже офицер белой армии. Ну, не какая-то, самая-самая крутая. Да, спасибо, исполнение было великолепно. А кто в нашем городе еще, кроме вас, вот увлекается этим жанром? Есть такие люди-певцы? Но эту, конкретно эту песню я записал со своим учеником, и можно сказать, что у нас сложился тандем. Это красноярский автор-исполнитель Вадим Васильев. Он тоже должен был быть сегодня, но, к сожалению, он приболел, поэтому сегодня я один. Так уж случилось, что он работает в жанре шансон, и сейчас у него в жанре получилось ответвление, и несколько песен мы с ним пишем на стихи поэтов Серебряного века. И после этого записали эту песню. Она у него пылилась на полке 3 года. Ждала 17-го года просто. Как говорится, любой песне свое время, свое место. Свой срок. И сегодня это было как никогда, кстати. Да. Спасибо, что пришли и нам с утра ее исполнили. Спасибо, творческих успехов вам, Вадим. Вам Алексей спасибо. Перепрыгин, солист Красноярского театра оперы и балета.